21 февраля на канале ТНТ изменится время выхода новостей. Вечерний информационный блок программы будет начинаться в 19:00. Изменение времени выхода наших программ в эфир продиктовано нашими сетевыми партнерами. В частности, ТНТ поменяла условия нашего договора, и теперь программы будут выходить в вечернем блоке в 19 часов. При этом порядок программ не поменяется, то есть короткий выпуск новостей будет выходить ровно в 19 часов. Далее будет выходить в эфир тематическая программа. Хочется обратить внимание, что время выхода в эфир утренних программ не меняется, как обычно, в 7 часов утра. Мы желаем всем доброго утра. Итак, повторим, с 1 февраля вечерняя программа «Новости» на канале ТНТ будет начинаться в другое время. Со следующей недели смотрите нас на полчаса раньше, в 19:00.